Всем привет, ребята, и вы на моем канале. И сегодня я снимаю продолжение первой части, как я ночую и живу 24 часа в этой машине. Надеюсь, вам понравилось прошлое видео. Если вы его смотрели, то смотрите это. Но если вы его не посмотрели, то переходите по ссылочке в описании и смотрите первую часть, а потом уже и вторую. Ребята, если вы смотрели первую часть, то вы должны знать о конкурсе. Надеюсь, вы знаете все условия конкурса, и вы обязательно в нем будете участвовать, чтобы выиграть деньги на ваш телефон. Всем желаю удачи! Это мне приходится разговаривать с вами через наушник, потому что тут ездят поезда, и мне бы навряд ли бы вы бы меня так хорошо слышали, если бы я без наушника с вами разговаривала. Вот. Я здесь уже сижу довольно-таки давно, и папа до сих пор работает на работе, поэтому, получается, я тут уже почти что целый день нахожусь в машине на железной дороге. Представляете? В общем, ребята, я легла спать. Я сейчас буду спать, как вы поняли. Потому что, ну что еще делать? Просто скучно. И с того момента, как папа ушел, уже полчаса прошло. Поэтому единственный выход – это поспать. Я сейчас поела и потом решила, что мне делать? Ну, что делать? Интернет здесь не ловит почему-то. Ничего, нечего делать, поэтому я буду спать. Всем приятных снов, приятных сновидений. Ребята, как думаете, мне тут еще долго спать? Ну, вообще лежать? Сколько времени уже осталось до дома? Ну, я имею в виду, когда челлендж уже закончится. Фух, так что, ребят, пишите в комментариях, сколько вы думаете мне осталось. Кто правильно напишет, того я лайкну. Вот. Ну, а я буду спать. Приятных снов, приятный день, как я уже говорила. Ребят, смотрите, какой на улице дождик, погода вообще. Да, шикарная. В общем, ребят, объясняю. Папа сейчас отвезет. Ну, мы сейчас пойдем уже домой же. Он уже отработал. Ну, и он подвезет еще каких-то там людей, поэтому пришлось сиденье поднять. И, ну, чтобы люди садились куда-то. Вот, поэтому сейчас я сижу тут, а там люди будут сидеть. Тут папа поедет. Я еще спала, это вообще капец какой-то. Папа тут все убирал, поднимал, там с багажника все убирал. Это чтобы, ну, аккуратно, чтобы было все. Вот. Поэтому сейчас вот мы будем ехать домой уже. Люди идут, видите, ребят? Ребят, сейчас мы уже приехали на папину работу, которая в Карпачево находится. Вот. Он опять туда ушел, я здесь сижу. Ой, вот такие делишки. Отвезли людей, которые нужно было. Ну, им, похоже, тоже сюда на работу надо было. Вот. Видите, вот основная, ну, где в Карпачево работа, вот. Там на РЖД, все такое. А мне еще тут сидеть. Зачем? Ну, еще челлендж до конца не доделался. Как не доделался? Все доделалось. Нет, еще. Что, ты будешь сидеть домой? Ты не пойдешь, что ли, есть? Нет. Нифига себе. Извините. Сиди.
все, там ничего нет больше. А, больше ничего. Точно будешь сидеть? Что? Да. Здорово. А? Да. Пока. Пока. В общем, ребят, все, я здесь сижу. Папа ушел домой. Я здесь буду сидеть, пока мое время не кончится. Я все буду делать честно. Потому что многие блогеры, они сидят там, ну, часа два посидят в машине и скажут, что типа вот, все, я это 24 часа провел. Хотя это нечестно. Хотя пишут 24 часа в машине, но на самом деле это вообще не так. Поэтому я буду делать все честно. В общем, вот я сейчас буду сидеть здесь. Аня у бабушки, так что навряд ли она придет. Я не знаю, может вечером, если она опять там ночевать не будет. Мама сказала, она мне принесет блинчики и чай вроде. Ну, посмотрим. Я вообще не думала, что мне разрешат ночевать так в машине и целый день ей проводить. Я вообще такой об этом даже, можно сказать, не мечтала. Ну, мечтала, конечно. В общем, я думала, что мне не разрешат. Но я была удивлена, когда мне разрешили. Это было что-то с чем-то. Я не знаю, может, сейчас чупа-чуп сообщение есть, типа... Не знаю, мама сказала, мне сейчас чай с блинчиками принесет. Потом уже с чаем можно. Ох, ну сегодня вообще крутой челлендж, ребята. Это вообще круто прям, я не знаю. Я, получается, здесь буду до самого вечера, а возможно, даже опять буду ночевать. Ну, это мы уже посмотрим вообще. Ох, такие делишки. Надо попросить маму, чтобы она мне что-нибудь принесла, чтобы тут развлечься. Да. Вообще, ребят, тут люди ходят, я боюсь, что они меня увидят и подумают, что про меня что-то не так. Это не так, как на даче. Сидишь, тебе никто не мешает. Ты никому не мешаешь, а здесь-то соседи. Это, конечно, да, вон соседи тоже на машине уезжают. Думаю, что подумают про меня, дурочка. Я даже не знаю, чем мне здесь заняться. Чем? Не понимаю, чем тут заниматься. Ах, буду ждать, пока мама принесет мне чай, блинчики. Я вам покажу это все. Не буду же я вам показывать, я просто как здесь сижу вот так. Ну, как бы странно, согласитесь, да? Ах, так что будем ждать. Точнее, я буду ждать для вас это несколько секундочек. Аня, здрасте. Ты что, с бабушки? Да. А мне тут еще сидеть. Сколько? До 9:30. Ладно, пока. Стой! Дай планшет. Он не севший? Нет. Аня, принеси мне что-нибудь, а? Что-нибудь. Ладно, пока. Короче, Аня там от бабушки приехала, у нее на голове что-то непонятное. Ай, ладно, буду ждать. Чего? Все, ко мне приходишь? Пришла. Что у бабушки дела? Лото играла. Да, твое любимое дело. На деньги. На зарядь всех. Что, выиграла что-нибудь? Да. Сколько? 5 рублей. Так и знала, что сейчас так скажешь. Или 7. Нет, серьезно, 5 рублей? Что-то мама идет-то? Не знаю. Что, со мной что-то будешь сидеть? Нет. Чего нет? О, мама идет. О, мама. На, кушать. Давай. Так, что ты принесла? Сушеная картошка с кабачком. Ага. Блинчики, чай горячий и хлеб. А это... А, чай? Чай, да. И руки вытирать. Ладно. Все, снимай. Ладно. Так. В общем, друзья, я сейчас я буду кушать. Так, что у меня? Вот ложка. Ну, не знаю, я хочу блинчиков. Вот блинчик. И чай в бутылочке. В общем, ребята, сейчас я буду кушать, а потом я к вам вернусь. В общем, ребята, Аня, я уже покушала, и Аня мне тут принесла еще подушку. Вот, сейчас я
Вот, сейчас буду спать уже, ложиться, наверное. Но Аня не сказала, она еще какой-то мне пакет принесет, а там какие-то еще задания будут. Вот. И она сказала, чтобы я их выполняла. Ну, посмотрим, ребят. Ребята, Аня мне пакет несет. Она мне сказала, что там какие-то задания. Что за задания? Что тут вообще такое? Какие-то... Что такое? Все, пошла. В общем, ладно, ребят, давайте смотреть. Итак, ребят, сейчас будем смотреть, что у меня Анька приготовила. Она мне тут дала карандаши. А вот шапка с заданиями. Тут чай еще. А вода зачем-то. Я так и не поняла. Потом салфетки влажные. Какая-то бумажка зачем-то. Личный дневник мой. Я навряд ли буду, конечно, в личном дневнике писать. Потому что я там сок. Там я в этом личном дневнике давно вообще ничего не писала. Так, ну бумага, походу, как рисовать, я поняла. И наушники. Окей. Итак, давайте смотреть задание. Так, что тут за задание? Так, первый листочек. Выпей стакан воды за 15 секунд. А если не успела, его ты мне должна 10 рублей. Так. Все, ребят, засекаем. Так, сейчас открою. Засекаем 15 секунд. Ух, выпила. Я тебе, Аня, не хочу давать 10 рублей. Аня, блин! Че ты пошла? Снимать, что ли, меня? Да. Давай сейчас тогда оттуда снимай меня. Ай, блин! Ай, давай быстрее, пока папа моется. Короче, пришла Аня, и она телефон здесь уронила. Открывает дверь, и телефон улетает. Короче, Аня пришла, она сейчас будет меня снимать. Так, следующая бумажка. Что-то вода какая-то невкусная. Ничего. Окей. Дальше. Так. Скажи бу-бу-бу, позвони кому-нибудь. И скажи бу-бу-бу. Серьезно? Так, где планшет? А кому звонить-то? Да я выбила. Нет, я сама. Давай. Нет, я сама. Там написано, чтобы я выбрала. Не было там ничего такого. Так, я могу позвонить... кому позвонить? Косте. Я Косте звоню. Видно? Вот, записывайте номер, звоните. Нет. Алло? Алло, Кость, бу-бу-бу. Чего? Я говорю, бу-бу-бу. Да я просто, короче, челлендж снимаю. А, то есть я в видос попал? Да. Ну, понятно. А какой челлендж? 24 часа в машине. Первая часть уже, кстати, выходит, а вторую часть я сейчас снимаю. Ну, понятно. Ну, прикольно. Угу. Аня тебе привет передает. Привет, привет. Чё? Привет. Ага. А, передай в YouTube привет. Подписчики канала Мария Гро, я передаю вам большой привет. Все. Ладно. Ага. Ладно, давайте. Давай, пока. Приятных снов, приятных сновидений. Пока. Все, твое задание выполнила. Дальше. Это уже третье. Сними со мной видео, ты мне говоришь... 24 часа, да. Я тебе говорю, да? Да. Ёшки-макарёшки. Ладно, скоро выйдет такое видео, скорее всего. Дальше. Разрежь эту бутылочку. Какую бутылочку? А чё тут надо? Бумажку. Бумажку ты так пишешь?
там фломастером написано. Вот, все. Может быть, я бумажку написала. Бутылочку. Вот, все. Дальше. Да, бутылочку. Дальше. Сними со мной видео 24 часа в ванной. Ладно, я сниму такое видео, скорее всего. Кто, Джесси? Джесси! Нельзя, нельзя. Все, убирай ее, убирай. Не надо, Джесси, айда гулять, гулять. Папа ругает. Нифига, Джесси хочет сюда в машину залезть. Залезть, ее не пускает. Все, что ли? А, вот еще бумажка. И вот вылетела еще одна. Ну, давай сейчас перемешаем. Так. Открой окно и крикни гав-гав. Ладно, там Джесси, по-моему, за меня уже кричит гав-гав. Гав! Гав! Три раза. Гав! И еще, короче, еще одно желание там. Нет, тут. Нет, еще в пакете лежит одно желание. Просто оно туда не поместилось. В смысле, не поместилось? Ну, просто видишь. Так, нарисуй всю нашу семью. О, ну давай. Надеюсь, я долго не буду рисовать. Так, короче, ребят, мне выпало нарисовать всю нашу семью, но я буду рисовать это быстро. Я там вроде было на время. За 30 секунд ты вроде написал. Или за минуту написал. За минуту. А за минуту? А то я там, я что-то помню, что-то плохо, короче, вижу. Да, ничего, тут только у тебя нет. Ладно, я возьму, возьму фломастер. Что-нибудь вот этот. И нарисую сейчас нашу семью. Так, сначала нарисуем Аню. Придет, она будет папу будет. Это чёрный театр. Джесси, не надо туда. Ты чё? Сейчас всё, и стопчешь грязными ногами. Мама, давай иди домой, это папа. Всё, закрывай. Ань, давай снимай. Что-то какой-то нос получился у мамы не очень. Извини, мама, если что. Давай сейчас оценю по шоковальной скале. Давай. Так, давай, оценивай. Так. Сейчас будем оценивать. Ой, я папе ноги забыла нарисовать. И Стасу тоже. Так, как я ноги нарисовать? Обувь просто. Кристину рисуешь. Да я быстро рисовала, я так-то нормально рисую. Аня. Маша. Маша. Стас, папа. Фу. Ладно, дочку. Так, это по 10 шкалочек, поняла. По 10-бальной шкале. Ты что у нас тут? Он посинел. Так. Ладно, так что быть, тоже однёвку. У нас вообще один с минусом. Мама так... Ой, ты нас не нарисовала. Я нарисовала. Ладно, за маму 5 поставлю. Бабу тоже 5 поставлю. Считай теперь. 2 + 3 минус 1. А чё минус 1-то? Потому что так. Чё такое? Смотри. 4 минус 9. Нет, смотри. 14 баллов. 10. А, и минус 1. Да. 13 баллов. Эх, рисовать ты не умеешь. Да я умею рисовать, я просто быстро рисовала. Короче, давай следующее. Это яблоко. Давай следующее задание. Ребят, еще одно желание. Что это за... Я думаю, что за бумажка такая? Что? Раскрасить 3 цветами фломастера. Вот это что ли? А? Это? 2.
поняла. Только, смотри, один... Так он попадется в цвет? Да. Ты только вытащи всех фломастер там. Зачем? Ну, или так можешь, просто тебе карандаши могут попасть. Да я буду на ощупь смотреть, чтобы не карандаши. Так, угу. Так, вот. А что, будешь мороженку или гамбургер? А что, я думала, два надо. Нет. Что смотришь? Я не увидела. Так вот. Гамбургер или это, мороженку? И то, и то. Нет, одно только. Ну ладно, гамбургер. Ну ладно. Так, вот. Серьезно, может, не гамбургер? Не знаю. Какой-то гамбургер будет у меня недоделанный. Знаешь, сколько я это рисовала? Гамбургер. Ладно. Нет, давай лучше мороженку. Ну, давай. Так. Вот что, ребят, получилось. Там, кстати, на обратной стороне написано, что надо один выбрать. Нет. Нет? Значит, я забыла написать. Все, я ложусь спать, все. Ну ладно, пока. Всем спокойной ночи, приятных снов. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Всем пока-пока.